Жизнь замечательных людей. Извольте объяснить, что вы делаете в моей постели в столь позднее время. А? Ржевский. Я, ваше превосходительство, ничего здесь не делаю. Что значит делаю? Я вам снюсь. Это сон. Это страшный сон. Сон. Странно. Вторую неделю один и тот же сон. Жизнь замечательных людей. Основатель знаменитого народного хора Митрофан Ефимович Пятницкий. День добрый. Умудрялся даже в самых глухих местах находить таланты с замечательным голосом и даже слухом. Это откуда ж ты такой взялся у нас в тайге, а, сердешный? Да из Москвы. Я неделю к вам на паровозе добирался. Неделю на лошадях, потом еще вон, трое суток по тайге пешком. А вы, значит, Дормидонтов будете? Дормидонтовы мы, да. Что ж тебе надобно-то, сердешный, что ты так настрадался-то, а? Бас. Бас! Бас. Говорят, к вам пол тайги приезжает ваш знаменитый бас. Послушайте. Это да. Это есть иногда. В избу-то так набьются. Слушай, яблоку-то негде упасть. Из самого Иркутска едут. Говорят, у них-то даже там такого не услышишь. В Иркутске-то. Ох ты. Повезло мне. Повезло, блин. Ну так давайте ж поскорее, хочется послушать. Ну, так... Мне как раз, понимаете, вот такого вот баса в хоре-то и не хватает. Может быть, чайку попьете, отдохнете с дороги? Давайте поскорее. А я-то чайку попью. Простужен я, мне сейчас теплого надо. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, что слушать будем? Да уж, извольте, мне все равно. Я целый месяц только об этом и мечтал. Ваш знаменитый бас услышите. Он вам от батюшки достался. Нет, у отца такого не было. Нет. Это мне так в жизни повезло. Ну. Федор Иванович Шаляпин. Бас. У отца-то такого не было. Это мне геолог один из Петербурга оставил, а? Повезло. Победе.